Всем привет, ребята! С вами снова Эдисон. Как у вас делишки? И мы продолжаем играть в GTA 5, продолжаем проходить эту игру. И куда нам нужно ехать? Так, как садиться в машину? А то, знаете, когда играешь параллельно в какие-то другие игры, где на F заходит в машину, тут на S заходит в машину, то иногда путаешься, если честно. Стоять! Куда нам нужно? Давайте посмотрим. Убежище китайцы, да? Нам нужно к китайцам. Это не так уж и много, только 900 метров. Давайте попрыгаем, как я сейчас делаю. А, ребята, ставьте лайки, если вы хотите больше GTA, потому что это же круто, GTA, ребята. GTA за мечты. Ух, на себе. Ставьте лайки, ребята, если мы набираем 100 лайков на этой новой серии GTA 5. Следующая серия GTA 5 выходит в ту же минуту. Ну, вы мне не верите, ребята. Если, допустим, мы через 3 часа на этой серии наберем 100 лайков ради какого-то разнообразия, новая, следующая серия выйдет в ту же минуту, ребята. Ну, честно. То есть, если вы хотите новую серию, если вы хотите еще одно новое видео в день, ребята, поставьте лайки. Сколько видео выйдет, сколько будет новых серий в день, зависит только от вас. Поэтому, ребята, решайте. Если хотите новые серии, то ставьте лайки, ребята. А мы идем к китайцам. А, нам нужно внутрь. Тревор, ты еще в банд. Что насчет этих двух? Кто победит, в банд. He's one. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. No. Mr. Chang now. Наркоманщина. Нифига себе. You speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Chung. Чувак говорит, если вы говорите по-испански, говорите с другими по-испански. 人士,你真是太好了. 你有空,就加的来分配的我. 这真是我人生中最美好的一刻。 What the fuck is wrong with him? 就是这个,就是这个,来来来来来! I'm out. No, don't go! Please, I beg you. If you go, his father killed me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. Который так, а мы не пухнем, да, то есть. Things work out, и не в жопу. We partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. This is us. Ну пошлите. Доберитесь до лаборатории по производству льда. Ну давайте, шеф. Ну давай. We're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. И не ошибаюсь. Так, ну, в принципе, нам... Ой, так, у меня опять карта глючит. Секундочку. Все, вроде уже нормально. Топаем, ребята, куда нам нужно, на место назначения, на нашу фабрику льда. Опа, ща покажем. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Что за... Nice to meet you. За придурок какой-то. Из какой-то голубой страны и наркоманской вместе убежал. Check out the storage facilities. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Этот сам залазит. А сейчас... А, то есть мы их спрятали туда, чтобы они там нас типа подождали, пока мы будем стрелять и разбираться. Опа, шеф. Давай. Ух, да. Перестрелочки — это всегда круто.
Так. Так, а то меня сейчас еще убьют. Взрываем вот эту хренотень. Если сможем, конечно. Так. Взорвали этого, убили. Это... Так. Ух ты! А вот ту хрень мы сможем взорвать, ребят. Вряд ли. Так, вылезайте. Вылезайте, паскуда. Так, мы практически всех перебили, но там, я вижу, еще машины едут. Сейчас, ребята, просто сосредоточим, пока я стреляю. Они поднимаются? Следите за шефом. Ага, ну давайте последуем. Шеф, ты куда? Шеф? Шеф, стоять. Они входят? А, точно, у Тревора же вот это умение есть. А я и забыл, если честно. Почему вы мне не напоминаете, ребята? Напоминаю в следующий раз. Опа, там еще машиночка. Нам нужно следовать, да, за шефом опять? Шеф, ты где? Шеф? Ага, вижу. Это умение, это вообще охренеть, если честно. Я даже, смотрите, как я их убиваю. Пока они там где-то едят, я их уже оттуда убиваю. Точнее, я туда стреляю и уже не так убиваю с этим умением. Так, ну что, шеф, давай потопаем. Куда ты? Ребята, это совсем другое дело. Держите. Так, ты куда? Ты куда, шеф? Потопали, потопали за ним. Так, куда он бежит? А наши друзья там в холодильнике еще лежат, охлаждаются. Опа. О-о-о. Так, сейчас, чтобы выбрать. Они отступают, ага, они отступают. Ух, я даже успел одного убить. Вряд ли я уже отсюда кого-то убью, но все. Так, ну что там? Нам нужно этих вызволить. Они не простыли. Этому все нравится. Повеселился. Кайцо! I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Они уже повидали и насмотрелись всего. Так, да, давайте сохраним. Чен младший. Машинки тут, конечно, у нас побитые. Выполнено. Тревор Филлипс. Короче, корпорейшн какой-то. Топаем домой, наверное, да? 600 метров, в принципе, его дом и его рабочее место друг с другом не находится. Поэтому долго ехать не придется. Чуть больше, чем полкилометра. Поэтому, ребята, мы уже практически добрались домой. И, как мне кажется, ну, наверное, что сейчас нам нужно будет делать? Поспать, потому что уже ночь, уже вряд ли будет... А хотя мы, может, по... А хотя нам, наверное, сейчас Рон позвонит, и нам нужно будет ехать... ночью к Майклу, как мне кажется, почему-то. Потому что я помню, что вроде... Что вроде, когда я давно проходил, то мы ночью ехали в Лос-Анджелес. Или хрен его знает, честно, ребят, я не помню. After you killed Johnny Kay? And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chapped-wearing fucking assholes.
They're assholes, Trevor. They are. They're chap wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey. Да, вот вы сейчас мы, наверное, будем ехать. Right, bitch wife, two kids, 45, find them. Los Santos, it's a big place, нет? Trevor, there's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Now smile. Yeah. Uh-huh. That's better. Run along. Тревор — это самый яркий персонаж, наверное, в этой всей игре. Cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek. И все его так боятся, как будто, знаешь, он пальцем махнет, и все его нахрен. Встретимся на аэродроме. Поехали. Сколько? 300 метров? Всего лишь. Такая крутая машинка, нам только 300 метров ехать. А, я забыл. Ребята, я забываю вообще о первом лице, если честно. Я вообще забываю, что оно тут существует. А, снайпер райфл. Точно. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? Здрасте. TP Industries, ammunition. That's the rifle I need. Бесплатно. That's the chestnut. Патроны давайте купим немного. Армейская расцветка. Ну это хрень, но давайте вот это купим. Патрончик, глушитель. Давайте глушитель купим. Потопали. Бронежилеты. Мне кажется, пока что не нужно. А, вернись в магазин и улучшенный прицел. Нам еще и прицел. Так вы нахрен бы сразу и сказали, а то я парюсь. Опа, РПГшка там висит на стене. Улучшенный прицел, вот он. Так я... Ага, вот он. Черный, ага. Все? Да. Сейчас все. Фух. Направляйтесь к Рону. 500 метров нам нужно. Ладно, давайте быстренько туда поедем, потопаем, помчимся. Run, I got the gun. Meet me at the water tower just north of the airfield. Ага. То есть сейчас нам нужно их будет стрелять, да, или что там делать? Ух, не врежься! Ух. А, да, я помню эту миссию. Давно я это делал. В принципе, давно вообще GTA скоро проходил. Целую прорву байкеров. Нам туда наверх нужно? Я бы на самый верх забрался, если бы... Ага, ну, в принципе, он нам подсказывает, да, даже. Ждем, я надеюсь, сейчас день наступит, и дождь пропадет, или вряд ли, ребят. Нам нужно будет ночью. Прицел, это я понял. Если тебя будут говорить сомнения, вспоминаю о том, что я наблюдаю за тебя с снайперской винтовки. То есть, если ты что-то натворишь, пум! Фигац тебе в спину со снайперской винтовки. Так, а где он? Я его потерял. Да нет, чувак, я тебя не вижу. Сейчас. Где дорога? Дорога идет сюда, потом заворачивает вот сюда. Ага, вот сейчас вижу. Вот этот дождь просто, если честно, еще очень мешает. То есть хрен что увидишь толком. Куда он вообще топает? А чё ты? Угу. Так, где ты? Наверное, не зря я глушитель взял, хотя мне кажется, и так бы нас... И так бы нас, наверное... Какие нахрен? Нас бы и так, наверное, заставили, точнее, сказали бы нам купить глушитель, да? Потому что я его как бы сразу купил, и потом нас обратно отправили, да, мол, купи прицел, да, который нужен, вот этот дальний.
Я бы его уже грохнул вот прям хедшотиком таким. Но пока что нельзя. Ага, все, можно его убивать. Убил. Где он? И давайте сразу выключу, точнее. Да, все, все, я уже понимаю, кого нужно убивать. Ты мне не подсказывай так часто. Там бы, ага. Где? Успеем. Не волнуйся, Рон, мы все успеем. Дальше. А где-то вижу. Снова у меня на мушке, а раз убивать пока некого, я сделаю одолжение, прикрепи взрывчатку к топливному баку. А где он? Где? Дабл килл нафиг. Как-то быстро мы их разложили. Ага, вот топливный бак. Ник или вот. Да я слежу, слежу. Машинка едет, машинка едет. Да я его уже замочил. Где? Fucking drive, you're bikers. А я смогу его вот так убить? If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Might they? Прям снайпер нафиг. Снайпер Тревор. И сейчас мы потопаем. Помогите Рону зачистить взлетную полосу. Ага, вот это эпично было. А это... Фейл века, если честно. Это вообще эпично было. Главное остановиться опять вовремя. Так, вот. Где он? Да где вы нафиг? Ага, хедшотик. Хедшотик. Хедшотик, хедшотик. Ребят, я действительно снайпер нафиг. Хедшотик, ну, может не хедшотик. И вот это, не знаю, так. Вот эту хрень. Ни хрена себе ты сумасшедший. О, у нас еще и калашик с бесконечными патронами. Вези меня к самолету. Так, ладно. Бесконечные патрончики, ребят. Мы его прям... О, где? Вот это эпично было. У нас бесконечные патроны, ребят. Опа. Смотри, ребят, с бесконечными патронами я тупо могу так зажать и тупо стрелять, пока вот это чило не взорвет. Офигеть. Офигеть. И все. А кто сзади? Кто сзади? Ага. Я еще могу разворачиваться, ни хрена себе. Тревор вообще нафиг сумасшедший. Видите, что он творит? Прям безумие нафиг. Ух ты. Ребят, я не знаю, как лететь на самолете. Я не знаю, как летать. Набрав скорость, удерживайте, чтобы взлететь. Что удерживает? Ага. Ага.
Ага. While the man on my wing presents no immediate danger, I'll do my best to oblige you. He's still there! Shit, Trevor! Ух ты! Ой, да, главное не разбиться. Я честно пока что, ребята, еще толком не знаю, как тут летать на этом самолете. У каждого персонажа свой набор навыков. Тревор управляет самолетом лучше, чем Майкл и Франк. Ну, понятно. Сейчас, ребята, я не буду спойлерить, но мне кажется, что сейчас будет что-то эпичное, честно. Мне кажется, что сейчас будет очень что-то эпичное. Смогу ли я это сделать? О, нифига себе, смотри, нам даже ачивочку дали. Да, было дело, я помню. Хотя я вообще не представляю, о чем они там разговаривают, но я помню. Конечно же, я помню. Ну что, ребята, сможем пролететь под третьим мостом? Главное, вообще дерево какое-то не зацепить, не разбиться. Ну, сейчас что-то должно быть реально, ребята, очень эпичное. Так, полетели сюда. Полетели сюда. А, я как понял, что-то в этом роде, нам нужно будет залететь в какой-то другой, что ли, самолет. Что-то было, и взбить самолет. Или это не в этой миссии? Ребята, кто помнит прохождение GTA 5? Помните, когда мы летели на одном самолете? Выходите. Лети на минимальной высоте, ага. Когда Тревор летел на самолете, и ему нужно было догнать какой-то очень большой самолет, где-то на большой высоте, вроде... А что нужно было? Просто... Ага. Remember, airstrip, обгоните Рона. Ух ты. То есть на самолете там нужно было догнать какой-то большой самолет где-то высоко в небе. Где-то высоко в небе, ребята. И потом нам нужно было в него врезаться или просто-напросто как-то из одного самолета перепрыгнуть на другой самолет и что-то там эпичное сделать. Но я не помню, ребят, какой это миссии было. Вроде бы она еще будет, потому что эту миссию мы уже закончили. Stay low over those wetlands, boss. So the guns are going to Mexico? Mexico. Yep. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Это прям, знаете, как во все тяжкие вот тот фильм, то есть вот это лед, картель, всякие там гуаны, мексиканы всякие, да, и они договариваются, то есть, ага, может нам нафиг? А может там нафиг поставлять свою продукцию, свой амфетамин вот туда, в коттедж, да? Так, вот это я забыл. Ну что, нам еще долго там лететь? Опа, точно, ребят, точно. Ну вот это уже нереально, ребят. Вы думаете, что это реально вот так лететь? Не думаю. А где Рон? Я его, если честно, даже не вижу. Взлетная полоса. Так. Уф. Ты победил, ты лучший, без сомнений, да? Пока вы находитесь на земле, поворачивайся на самолет она. Ну это понятно, в принципе. Нам нужно внутрь, да, залететь. Ух, я нифига, я даже не ожидал, что я так удачно приземлюсь. За ну статуэточку пластмассовую так отомстить, да? Ну, Тревор, ты нафиг. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. I mean, I will. Good idea. Тревор. Have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron.
If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations. Рон тоже еще в кадр, такой подлиза к этому Тревору. Потому что знает, если он ему что-то откажет, Тревор ему настучит по жбану ему. И Рону будет не очень хорошо. Что там написано? Вапит. Теперь вы можете приобретать разнообразное имущество в Сан-Андресе. В Сан-Андресе? Имущество, которое можно купить, отмечено значком. После покупки он изменит свой цвет. Вы можете приобрести другую недвижимость, например, гаражи, в которых можно хранить большое количество транспортных средств. Приобретайте коммерческое, приобретенное коммерческое недвижимость будет приносить вам ежедневный доход, чтобы увеличить поступающий капитал, необходимо ла-ла-ла. Некоторые мысли можно купить, играя только за определенных персонажей. Ага, ну это понятно, это я помню. Купив этот ангар, вы сможете перевозить контрабанду для Оскара. Давайте купим. Давайте купим. А где купить? Туда купить, чтобы поговорить с пешеходом, ни хрена себе. Стоимость 150 кусков, ну, давайте купим. Hey, T! Hey, what's up, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? No, I'm keeping it tranquilo, bro, you know. I mean, demand is crazy down south. Это тоже какой-то мексиканец, как я сейчас понимаю, он тоже так разговаривает. Ну и похож, в принципе, на мексиканца. Oh yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world, right? You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, it's gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us. Вот тут вроде должно быть то задание, о котором я ранее разговаривал, да, что на одном самолете нужно будет вроде залететь на какой-то другой самолет, что-то в этом роде. American industry is suffering, but you and I. Okay. I'll be on the radio, man. That's great. Ладно, ребята. Вы купили полевой ангар Маккензи. Здесь осуществляется сбор и перевозка оружия в Сан-Андрес из него. Вы будете получать 5000 баксов за каждую наземную операцию, 7000 баксов за каждую воздушную операцию и премию за хорошую работу. Чтобы достать контрабанду, ссадьте в самолет или в багги. Ясно? Будем этим заниматься. Мы будем, ребята, наркодилерами. Вы приобрели недвижимость. Аэродром. Круто. Ну, в принципе, сейчас мы уже, наверное, этим заниматься не будем. Какая солнечная погода, но все же дождь идет. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рад, если вы оставите свой комментарий. Чем больше комментариев, тем я больше рад. Поэтому, ребята, не стесняемся их оставлять. Чем больше комментариев, я читаю каждый ваш комментарий, не сомневайтесь в этом. И я пытаюсь ответить на каждый из них, если он, конечно, адекватно поставлен. Вступайте в нашу банду крутых перцев, вы же станете одним членом нашей большой дружной семьи. Все, что от вас требуется, просто мне подписаться. Но также буду рад, если вы поставите лайк. 100 лайков, хоть прям через минуту после того, как вы посмотрите это видео, наберется на этой серии 100 лайков. Следующая серия выходит в ту же минуту. На следующей серии набираем 100 лайков. Следующая серия опять выходит в ту же минуту. Ребята, я делаю все для вас. И чем больше мы лайков набираем, тем больше серий выходит. Хотите еще новую серию? Давайте еще 100 лайков. Еще новую, еще 100 лайков. Всем спасибо за просмотр, удачного вам дня, всем пока.